будет представлена советская молодежь на фестивале. В Таджикистане хорошо знают имя Саадат Базоровой. Член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета Таджикской ССР, она прошла путь от сельского механизатора до заместителя директора совхоза. Саадат знает землю, любит свой край. Ее труд удостоен приза Паши Ангелиной. Свои знания, любовь к земле Саадат стремится передать односельчанам. Мы обратились к ней с вопросом, как молодежь Таджикистана готовится к предстоящему форуму. Камсамулун Джавунуни Республика, дар который хамай Джавунуни Джаго, по пешботе фестивале двуздагуми умми Джавуни Джавунун, по студентун, по тайории мах... Сила фестиваля в энтузиазме, единстве тысяч и тысяч людей. Готовиться к нему для нас, значит по-ударному трудиться, все силы своей души отдавать делу расцвета любимой Родины. Около полумиллиона рублей перечислили юноши и девушки нашей республики в фонд фестиваля. Мы привезем в Москву свое горячее стремление к миру. Песни, танцы, тепло нашего края. Все, чем так богат советский Таджикистан.